заключив брак, он берет на себя колоссальную ответственность. Мы тогда окажемся в раю и не будем знать. Да, нас не примут. Но такова воля Всевышнего. Ты пройдешь его, думаешь, вот он такой красивой бородой, на встречу тебе идет человек, думаешь, наверное, мусульманин, думаешь, ему сказать салам алейкум. То, что по Медине текли реки вина, когда люди выливали все это, понимают, что вот он запрет, и они готовы от этого отказаться. Шамиль Рифатович Алиудинов и Ильдар Рифатович. Шамиль третьего нет обратно. Друзья мои, добрый день! Сегодня гость нашего эфира – муфти Москвы, первый имам Московской соборной мечети Ильдар Рифатович Алиудинов. Ильдар Рифатович, у нас в Казахстане сейчас активно обсуждается законопроект о домашнем насилии, и я бы хотела, чтобы вы рассказали, как ислам относится к насилию. Посмотрите, по поводу законопроекта, подобная некая инициатива также и была предпринята в России. Но на самом деле, как некая такая подготовка к тому, чтобы общество подготовить к очередному закону, была запущена некая такая, знаете, наверное, пропаганда, когда приводились разные страшные истории из жизни людей, когда там мужчина терроризирует, насилует, ну, в смысле физически, там свою семью, своих детей, свою супругу. И, соответственно, была некая такая попытка тоже ужесточить наказание, да? Да, наказание, уже то значит наказание и как-то пресечь подобные некие веяния, которые они бытуют на самом деле, бытуют как в мусульманском, так и не мусульманском сообществе в целом. К сожалению, наверное, в том обществе, где бытует понятие греха, аморальности, да, оно, наверное, имеет место быть, когда человек не контролирует себя, не контролирует свои мысли, свои эмоции, соответственно, порой эти как бы вот настроения выливаются на тех людей, которые ближе всего. Я как имам, как тот человек, который пересекается с огромным количеством людей, потому что вы отметили, да, я имам Москвы, соборной мечети, а в Москве не так много мечетей, всего лишь 4, несмотря на многочисленность мусульман, это более 2, кто-то называет 3 миллиона, кто-то называет 4 миллиона, довольно-таки много, и буквально 4 мечети. Есть отдельные местные религиозные мусульманские организации, в рамках которых есть молельное помещение, но в целом мечети, как отдельных зданий, всего лишь 4. Соответственно, это огромный поток людей, и зачастую люди в мечеть приходятся с проблемами, и часто, еженедельно приходится общаться и с мужчинами, и с женщинами, и с мужьями, и с женами, да, когда они раскрывают некие такие проблемы, которые происходят внутри семьи. И вот понимая, что проблема она есть, но в то же время главное нам не оказаться, знаете, вот в неком таком нелепом веянии, когда вообще стираются семейные некие устои, вообще стираются. Знаете, я вот не так давно общался с одним человеком, и он говорит, у нас вот здесь были такие всякие там такие антигосударственные настроения среди молодежи. И когда с этой молодежью общаешься, понимаешь, что у людей нет никаких абсолютно идеалов. И более того, нет, у людей нет вообще каких-либо стремлений, в том числе даже к созданию семьи. Это среди как молодых, так и среди вообще в целом людей, которые типа в таком неком тренде находятся. А зачем мне семья? Зачем мне муж? Зачем мне жена? Зачем мне дети? Зачем мне эти заботы? Зачем мне эти проблемы? И за это в целом, обсуждая тему насилия, мы в первую очередь должны делать акцент на именно укоренение, сохранение, быть может, возрождение семейных ценностей. Мы должны понять вообще, что есть семья с точки зрения отдельных народностей, с точки зрения религии, что это настолько как бы возвышенный, вот, знаете, вот, вот институт, который нужно укреплять, сохранять и поддерживать, когда есть гармония, когда есть взаимопонимание, когда есть взаимоуважение. А в целом вот вопрос, который прозвучал, есть ли место насилию в исламе? На самом деле нету. На самом деле нету, то есть вот понятие насилия, тирания и ислам, вообще религия, какая-либо религия, эти понятия несовместимы. Эти понятия несовместимы. Взаимодействие между людьми. А если женщина регулярно терпит побои мужа, да, и она видит, что ее муж бьет детей, то есть вообще что можете сказать по этому поводу? Не, ну в любом случае она должна предпринимать меры, она должна, есть такое понятие, как опекун, тот человек, который выдавал ее замуж, есть старший с ее стороны, да, отец, там брат, который должен в данной ситуации вмешаться, как-то ситуацию отрегулировать. В Коране на этот счет говорится то, что должны два человека, примиряющие с одной и с другой стороны, найти компромисс и призвать всех именно вот следовать тем предписаниям, там, хроническим пророческим, которые есть. Да, очень часто, вот я, как я сказал, огромный поток людей приходит. И я зачастую людей призываю
находить взаимопонимание внутри себя и стараться вот эти отношения регулировать в соответствии с предписанным Всевышним, либо с учетом на наследие нашего пророка. Это элементарно. Но у людей на это ни сил, ни желания нет. Люди больше на эмоциях. Да, хотя если на самом деле прибегнуть к первоисточнику, в нашем первоисточнике все становится на места. Соответственно, здесь, еще раз повторю, есть старшее поколение. Есть те люди, которые несут ответственность за свою там, сестру, за свою дочь, и они в любом случае должны вмешиваться. То есть молчать и ждать, как кого-то там поломает или кому-то что-то сломает, в том случае нельзя. Эльдар Рифатович, часто бывает, что очень много пьющий человек неожиданно становится верующим, можно сказать, моментально, да? И можно вообще сказать, что ислам – это скорая помощь для тех, кто хочет избавиться, да, от определенных зависимостей? Очень хороший вопрос. И если мы такие примеры встречаем и видим, то на самом деле так оно и есть. И ислам – это, наверное, осознанный анализ самого себя и попытка изменить себя, да, когда ты опираешься не только на свои силы, на свои какие-то достижения, устремления, там, мысли, а когда ты опираешься еще на божественное, когда ты опираешься еще на пророческое наследие, это во многом человеку помогает, не только помогает избавиться от каких-то зависимостей, ну и в целом человек окрыляет. Но главное, чтобы это на самом деле вот эти крылья, они были и касательно вечного, и касательно мирского. Потому что порой некие перегибы мы встречаем, когда люди вроде бы полностью погружены в мирское, да, соприкасаясь со многим неправильным, греховным тем или иным, да, становятся религиозными, и вроде бы они забывают о мирском и только думают о вечности. На самом деле вот великолепие, красота религии ислам заключается в том, что вот она помогает, религия помогает сохранять должный баланс между мирским и вечным. Относительно зависимости, ну, нужно понять то, что когда была возложена пророческая миссия на Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это общество, оно тоже погрязло в порочности, погрязло в грехах. И эта порочность и там, вот это вино, оно воспевалось, да, воспевалось, и это было некой нормой общества, да, и опять же был некий такой, некая этапность запрета, когда... Ну, не сразу же, да? Сразу, вот я читала в Коране как-то постепенно. Да, четыре этапа, то есть постепенно людей подготавливали к тому, чтобы они отказались от этой зависимости, на самом деле зависимость. Это очень страшная зависимость, и некий такой бич современности, когда люди пытаются уйти от каких-то своих там проблем, психологического груза через там спиртное, либо через какие-то наркотики или что-то иное, да, там то же самое игромания, да, это тоже очень распространено на сегодняшний день. И вот когда уже окончательный аят не сходит, фачта не будет, то есть сторонитесь этого, да, и говорите то, что на тот момент уже сподвижники пророк переселились из Мекки в Медину, то, что по Медине текли реки вина, когда люди выливали все это, понимают, что вот он запрет, и они готовы от этого отказаться. Соответственно, так и должно быть. То есть, если человек для себя раскрывает религию, он для себя понимает, насколько религия значима и важна для него, чтобы он умел контролировать себя, чтобы он умел управлять собой и умел отказываться от этой зависимости. Это очень важно. На самом деле, официальная статистика, я не знаю, как в Казахстане, но в России, в том числе и внутри мусульманского сообщества, очень-очень большой процент разводов. Да. Даже среди практикующих мусульман. И задаешь вопрос, как же так? Как такое вообще возможно? Да, вроде бы, казалось бы, семья, ну, то что-то очень значимое, что-то очень светлое, такое, знаете, теплое, что, ну, в жизни каждого из нас должно быть. Но люди с легкостью расходятся, с легкостью расстаются и вообще как будто... Как и мусульмане в том числе, да? Мусульмане в том числе, да. Неужели мусульман не сдерживают, скажем, канонические, да, какие-то, может быть, правила, что все-таки развод – это крайняя мера? К сожалению, да. Но по мне так кажется, что это в большей степени связано то, что мы очень сильно отдалились от своих вот религиозных принципов. В большей степени мусульмане, они как мусульмане названием, своими именами, своими национальностями, а именно своей жизнью, своими поступками, вот своей повседневностью, мы все-таки немножко отдалились. Из-за этого мы нуждаемся в вот таком неком
духовном, религиозном пробуждении и возвращении к своим первоисточникам и первоистокам. Это ключевой момент, да, и, наверное, это должно быть на всех этапах, да, даже. А развод вообще разрешен в исламе? Да, разрешен, конечно. В каких, ну, скажем, при каких обстоятельствах? Но здесь нет такого понятия, при каких обстоятельствах. Да, здесь, во-первых, нужно отметить и сказать то, что основное вот право давать развод, оно у мужчины. Да, и здесь при каких обстоятельствах, в любом случае, какие-то недопонимания, какие-то конфликты внутри семьи происходят. И в том числе часто приходится выступать в роли человека, который ищет выход из ситуации, когда муж там, в порыве гнева, да, произнес слова развода, и вот что делать дальше. И такие ситуации имеют место быть. Но в то же время немало случаев, и, там, сталкиваешься с тем, когда вот, на самом деле в семье не все хорошо, скажем так, да, и супруга ищет выход, как же ей развестись с мужем. Муж не дает развод, она пытается развестись. Эта ситуация тоже имеет место быть. То есть женщина не может быть в мусульманском браке инициатором развода? То есть, если вот, скажем, муж бьет или не уважает, или, может быть, унижает, да, то есть в таких обстоятельствах может жена быть инициатором? То есть мужчина в легкую может произнести там слова «ты разведена» и все, и вот с этого момента начинается бракоразводный процесс. Да, и по сути, если один, два, три раза, сказал три раза, это уже крайняя ситуация, когда, ну, в принципе, особо шансов сохранить и восстановить семью нету. Опять же, все это нужно рассматривать, изучать, и для этого есть как бы муфти, для этого есть там имамы, ученые, которые, ну, каждую ситуацию в отдельности рассматривают и пытаются понять, есть ли выход из сложившейся ситуации или нет. А, безусловно, такого момента, что вот женщина, она как типа рабыня, да, и все, у нее нет права там и развестись, и как-то там, если совсем критическая ситуация, но, к сожалению, порой на местах подобное происходит, когда женщина там находится под неким гнетом мужа, да, или родственников мужа, да, пытается развести, но на местах, в тех или иных каких-то регионах, да, имамы не берут на себя такую ответственность и не разводят. Но с точки зрения ислама, с точки зрения шариата, в любом случае женщина имеет на то право. Есть определенные такие истории из жизни пророка, опираясь на которые как раз-таки вот данная ситуация рассматривается. Здесь одна из форм – это понятие хуля, когда женщина договаривается с мужем и либо возвращает свадебный дар, либо какую-то иную сумму с тем, чтобы муж ее развел. Но здесь, опять же, действующим лицом является муж, он должен произнести слова развода. Но самая крайняя ситуация, это уже есть такое понятие, как «атафрикуль кадай», то есть такое судебное разбирательство, при котором мужа и жену разлучают. Да, это мы в рамках, например, Совета улемов Духовного управления мусульман Российской Федерации рассмотрели 5 ситуаций, когда женщина в одностороннем порядке, без участия мужа, может явиться инициатором развода. Да? Но опять же, это не просто так, вот женщина пришла, сказала, вот муж меня там не содержит, или муж меня там обижает, да, и вот сразу имам там вносит решение разводить. Нет, это довольно-таки сложный процесс, когда мы должны там все изучить, и там, с мужем связаться, и с родственником связаться, и во всем удостовериться. И если мы понимаем, что это крайняя ситуация, выхода нет, и муж не готов меняться, изменяться, то, соответственно, женщина получает развод. У нас в Казахстане, к сожалению, многие, ну не многие, может, некоторые, да, очень, скажем, легко относятся к никях. То есть мужчина может предложить девушке выйти за него замуж по-мусульмански, да, то есть не вступая в брак, и даже не разводиться, просто забыть про нее и снова там сделать очередной никях. Что вообще ждет этого человека и какие исламские законы он нарушает? Здесь не только, знаете, вот действующее лицо мужчины. Здесь обе стороны, они вот поспешно хотят там провести никях, далеко не соблюдая все эти правила, все эти вот законы, которые должны быть соблюдены, скажем так, да? То есть какой-то там приглашает каких-то сторонних свидетелей, особо никого не ставит в известность, да, там не проводит какое-то там, вот с точки зрения ислама, валимы, там пиршество, куда всех пригласят, и когда люди поймут, да, это муж и жена. И здесь, на самом деле, ну, с одной стороны, мужчина, да, потому что он
по сути своей, заключив брак, он берет на себя колоссальную ответственность. То есть он отвечает не только за себя, но в том числе отвечает за свою супругу. Если он так вот о ней забыл, да, любой какой-то проступок, любое какое-то отклонение, любое то или иное, что совершает она, женщина, на нем ответственность за это. Потому что он на себя взял, взвалил на себя эту ответственность. Это не просто какие-то там такие сиюминутные отношения. Это что-то значительно большее. И, соответственно, здесь важно просто, опять же, даже на этапе формирования семьи четко понять, как это делается, и сделать это в рамках закона, в рамках канонов, никак по-другому. То есть здесь, по сути своей, если там опекун присутствует, если там не маленький свадебный дар, да, он может исчисляться, там десятки килограммов обозначается, если там присутствуют свидетели, если проводится там некое такое пиршество. Ну, то есть крайне тяжело себе представить, чтобы мужчина к этому как-то отнесся легкомысленно, понимая то, что здесь вот нужно и потратиться, если в любом случае какая-то ответственность, и это не просто. А когда люди просто по ходу дела забежали в мечеть и провели некий обряд, и типа как бы легализовали свои отношения, это, конечно, никакое отношение там, к исламу, там, либо понятию такому возвышенному понятию никак не имеет. А вы, получается, Эльдар Рифатович, прям включаетесь в этот процесс и начинаете выяснять, да? То есть если вы видите, что что-то не то, да? Что это какой-то такой мимолетный брак, то вы начинаете узнавать обязательно подробности. То есть есть определенные условия проведения никаха, и мы в обязательном порядке как минимум связываемся с опекуном. То есть это отец, там, брат, сын, дядя, да, с тем, чтобы узнать вообще, люди в курсе или не в курсе. Да, и здесь это ответственность не только для брачующихся, но это ответственность а для нас. А часто вы отказывали, вот если в таких браках? Часто отказываем раз, но часто, знаете, как бывает, у нас мы фиксируем, у нас есть некий документ, который дается, у нас есть журнал, в котором фиксируется фамилия жениха и невесты. Но часто, когда мы начинаем все эти вопросы задавать и просим связаться с опекуном с одной стороны, с другой стороны, люди просто уходят, люди сами уходят. Ильдар Рифатович, мы с вами сейчас находимся в библиотеке Исламского культурного центра. И вот мне всегда был интересен ответ на вопрос, почему именно арабский язык выбран исламским языком. Не казахский, не турецкий, не татарский, не любой другой тюркский. Ну, хороший вопрос. И в Коране не раз говорится то, что воистину мы не послали Коран, а на арабском языке. Это язык Корана, язык заключительного Божьего посланника, пророка Мухаммеда. Есть повествование, что это язык рая. Но такова воля Всевышнего, что именно в качестве заключенного Божьего посланника выбран араб, Мухаммад, алейхиссалату вассалям, и то, что для передачи божественного послания выбран именно арабский язык. На самом деле он уникален. Я сам арабист, закончил факультет арабского языка, получил среднее образование, потом учился в университете, в магистратуре, и мое направление связано с арабским языком. И на самом деле язык этот, он уникален тем, что каждое слово, знаете, несет множество смыслов, множество оттенков. И даже в этом заключается некая мудрость, например, коранические тексты, да, 14 веков. И в каждом веке было множество толкователей Корана, которые с учетом вот сегодняшней реальности, с учетом сегодняшней действительности, понимали те или иные аяты. Потому что эти слова, они несут разные оттенки, их можно по-разному понять и по-разному воспринимать. То, что 14 веков назад давалось какое-то толкование тому или иному аяту из Корана, да, его понимали определенным образом, но на сегодняшний мы понимаем, что там другой есть оттенок, другой смысл. И только сейчас, с учетом вот достижений современности, мы можем понять, там вот, что немножко иное имелось в виду. Хотя и на тот момент это было актуально, и сейчас это актуально. Так что почему именно таков выбор, это воля Всевышнего, воля Создателя, да, и в этом есть определенный смысл. И многие задаются вопросом, а как же арабский язык, язык рая, как вот мы там казахи, мы там русские, татары, как мы тогда окажемся в раю и не будем знать. Да, нас не примут. Нас не примут. На самом деле, знаете, вот, наверное, в этом тоже есть... Надо выучить перед смертью арабский язык. Вот в этом, наверное, есть некое указание, что... По сути своей, каждый человек себе несет эти языки. Просто мы впоследствии это раскрываем, да, вот как вот детишки или потом какие-то такие неординарные события в жизни человека происходят, он начинает на разных языках разговаривать. То есть на самом деле, как некий шифр, эти языки заложены в нас. Ильдар Рифатович, обязательно ли мусульманину носить бороду?
Ну, относительно бороды и коротких брюк, ну, вообще нужно отметить то, что это такой, знаете, современный тренд. И сейчас в моде там, отпускать красивую бороду, да, и носить короткие штаны. И здесь, если раньше, там, лет там, 5 назад, это ассоциировалось больше с мусульманами, такими радикальными мусульманами, то на сегодняшний день это как некий такой тренд, как некий такой бренд. Да, порой идешь его, думаешь, вот он такой красивой бородой, на встречу тебе идет человек, думаешь, наверное, мусульманин, думаешь ему сказать «салам алейкум», потом видишь, что сигарета в руках, понимаешь, что нет, где-то далеко нет. Да. И из-за этого сейчас на сегодняшний день, на самом деле, это некий такой тренд. Борода – это, ну, на самом деле, украшает человека, с одной стороны, с другой стороны, это, безусловно, некое такое религиозное предписание. Насчет бороды есть довольно-таки много повествований, и на основе этих оснований часть ученых говорит, что это вот такая очень важная сунна, очень важное предписание, которое нужно обязательно соблюдать, и там чуть ли не является запретным, харамом бороду там сбривать. Часть ученых говорит, что это, да, желательное действие, но не настолько обязательно. Соответственно, человек, ну, вправе выбирать, как ему поступать, отпускать ли бороду или нет. Но еще раз повторюсь, да, то есть это, наверное, даже в контексте того, что я сказал, что это некий такой тренд на сегодняшний день, мы понимаем то, что, ну, это не, вот внешние атрибуты не столь важны. Это не является некой такой сутью религии. То есть это не закон, да? Это не то, что закон, это же некое желательное действие, но оно становится желательным в том случае, если человек делает это в соответствии с желанием следовать сунне и предписанию нашего пророка, алейхиссалям. Если он это как некая мода, как некие веяния там, современности, то, безусловно, он просто это носит, он никакой награды за это не получает. Если он именно с намерением следовать предписанию нашего пророка, то, иншалла, в этом есть некая такая награда. Но, еще раз повторюсь, борода там, или короткие брюки – это не есть основа и суть религии ислам. Это ключевой момент. Да, потому что, например, в пророческих изречениях, да, про бороду говорится, и много довольно-таки повествований. Ну, например, про бороду говорится в том числе, там, есть, например, ашр имин аль-фитра, есть 10 пунктов, которые относятся к понятию фитра, то есть такого человеческого природного естества. Да, и там наряду с этим там стрижка ногтей, там раковое, использование раковой палочки, да, там, ну, то есть вот наряду с этими понятиями, которые, ну, как что-то естественное, упоминается и борода. В том числе есть ряд повествований пророческих, где есть призыв, там, отпускайте бороду, стригите усы, отпускайте бороду, стригите усы, но в контексте пророк говорит с тем, чтобы отличаться от язычников, либо там и отличаться от идолопоклонников. То есть некий такой отличительный элемент. Но на сегодняшний день, опять же, это уже вот некая общая тенденция, искать то, что вот, а ты отпустил бороду, и вот ты мусульманин, ну, такого тоже нету. Я что хотел бы сказать, то есть, ну, да, в пророческих изречениях мы видим призыв, но, например, в коранических текстах они косвенные указания, но такого призыва, что отпускайте бороду, нету. Да, но зачастую могут процитировать аят «Вам атакум расуль фухуду», то, что пророк вам дал, завещал, берите это, следуйте этому, да. На самом деле пророк завещал очень много, и, например, если взять пророческие тексты, связанные с, например, благонравием, их значительно больше, нежели по сравнению с бородой. Или хронические тексты, которые призывают к надежности, к верности, к щедрости, многим тем или иным каким-то нравственным аспектам, которые на сегодняшний день, мне так кажется, они больше утрачены. То есть люди очень большое внимание уделяют внешности, вот, да? Женщины там хиджабы, там короткие штаны, там брюки, борода, там какие-то как борода, да. Да, там, это, знаете, это хорошо. Не на том делают акцент, да? Это может быть хорошо, но как некий дополнительный элемент к той сути, которую мы должны собой олицетворять. Это очень важно. Ильдар Рифатович, в Москве 4 мечети, и вот 2 из них возглавляют 2 брата Аляутдиновых. Шамиль Рифатович Аляутдинов и Ильдар Рифатович. Сегодня третьего нету. Мне кажется, было бы 4 брата, и 4, наверное, возглавляли. Как так получилось? Ну, это воля Всевышнего, опять же. Воля Всевышнего, это на самом деле так. Ну, на тот момент, когда границы открылись, Шамиль Хазрат, он в числе первых, кто улетел за границу. И вот, ну, опять же, как-то вот такая божественная воля направила к нему, его в том, чтобы он именно пошел по этой стезе. И в последующем уже и старший брат, и как бы родители приняли решение, что я тоже должен полететь в Каир и получить вот это религиозное образование. Но это на самом деле так, и
Ну, на самом деле, в жизни есть много тех моментов, которые невозможно найти какое-то объяснение. Да, невозможно найти объяснение, и здесь тоже вот так вот, вот как будто бы это преднамеренно кто-то задумал, да, или вот именно там родители хотели, чтобы мы были, стали там имамами или там религиозными деятелями. Такого абсолютно не было. Это воля Всевышнего. На самом деле, есть много моментов, вот оборачиваешься назад, да, там учеба в средней школе в Москве, или там моя поездка в Каир, и моя учеба, я думаю, Шамихара то же самое, я думаю, скажет, что это есть вот те моменты, которые, ну вот, 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 ну это вот, вот только Всевышний мог вот так пожелать, оно так произошло. Я благодарю вас за это интервью. Друзья, сегодня с нами был муфтий Москвы Ильдар Рифатович Аляутдинов, и сегодня очень много полезного. И для меня, вот я услышала самое главное. Спасибо. Вам спасибо.